Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Щит. Сегодня я показываю готовый результат. Нашитая бахрома, которую я делала на предыдущих уроках. Вы можете посмотреть, как я это делала. Из бобинных нитей. И также изготовлен бант. Он из кожи, комбинированный нитями из бобины. Бахрома, прекрасная бахрома. И по полочке, посередине полочки, прекрасная бахрома из двух цветов. Серый и салатовый. Мне очень нравится этот дизайн, потрясающий дизайн. Конечно, немножко кропотливо, но оно стоит того. Во-первых, вы делаете из тех цветов, которые вам подходят, или контрастных цветов, которые вы хотите, или цвет, который цвет ткани, вы можете это сделать так же само. И очень-очень практично и бюджетно сделать такую прекрасную бахрому. Вы можете сделать с любых оттенков, с любых цветов, которые вам нравятся и подходят к вашей мануфактуре. И очень-очень мне нравится этот крой. Крой полуприлегающий, потрясающий крой. Немножко он чуть-чуть заужен и полуприлегающий, заужен в области груди, выше талии немножко. И спущенная пройма. Также здесь манжет такой, и по манжету идет такая прекрасная бахрома двухцветная. Так что все видео, которые я снимала, показывала обработку, как изготовить эту бахрому, все есть видео в плейлисте, и вы можете это все пересмотреть, если вам это интересно. И я очень-очень благодарна, что вы со мной, что вы смотрите мои видео и мои прекрасные творческие идеи. И вы можете сделать так же, как и я, вместе со мной. Делайте, как я, делайте вместе со мной. Это потрясающая, необычная, креативная такая блузочка. Можно сказать, это кофта. И мне очень нравится этот крой, нравится сочетание. И также в этом году очень модный цвет серый. И мне захотелось освежить этот оттенок салатовым цветом. И вы можете сделать из любого оттенка, из любых нитей. И вы будете выглядеть потрясающе, так как это освежает, украшает, поднимает вам настроение вашим близким и вашему окружающему кругу. И также вы выглядите модно, стильно и гламурно. Это потрясающий бюджетный вариант. Вы затрачиваете немного бобина ниток, и вы прекрасно выглядите. Это шедевр, это авторская работа. Это потрясающий такой бант, который сочетается с кожей. И мне очень нравится этот стиль. Можно одеть под любые джинсы, под юбку. И это потрясающий такой дизайн. Я с вами поделилась сердечно своими творческими идеями, бюджетными и креативными идеями прекраснейшей кофточки с бахромой, которая украшает и поднимает настроение. И также творческое вдохновение вдохновляет и окружающих. Так что желаю вам всего самого наилучшего, творческого вдохновения. И желаю вам всего самого-самого наилучшего, хорошего настроения, мира во всем мире и самого-самого наилучшего, чтобы...